Незнакомо, далеко от дома, цепляясь за скалы, плывут облака, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокч река, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокч река. Предгорья Памира, Трепанды Басира, и город с названием простым Файзабад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад. С койками рядом стоят автоматы, смотрят на горы стволы БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, и редки газеты, и транспорт единственный здесь вертолет, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры с Джангара, на склонах Атары, на озеро Шива бредет караван. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты, и тянет с дуканов гашишный дурман. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты, и тянет с дуканов гашишный дурман. Вспомним, ребята, как жили когда-то под лампочки тусклый слепой огонек. Как жили на Вильне, на доме то, что было, как у горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. Как жили на Вильне, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. И может, когда-то, пускай без награды, домой мы вернемся к подругам своим и встретимся снова у дома второго, площадь Дзержинского, дом 2. А может быть, у проходной дурни 101-й диверсионной разведшколы. И встретимся снова у дома второго, а может быть, у проходной дурни. Кто нам прикажет, когда нам прикажет, кто нам предскажет, когда нам прикажут опять собираться в чужую страну, и парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну, и парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну.
Спасибо.